все нашу подземную крепость. Прошло некоторое время, с тех пор я последний раз в нее был. Армии колуют, в принципе, вещи, даже в некотором роде связанные, в том отношении, что через колодец могут нападать существа-амфибии. Мне это совершенно не интересно, чтобы они тут ко мне лишний раз совались. Так, здесь нужно еще. Вот здесь, по-моему, я хотел организовывать себе как раз таки военные постройки. Для начала нужно назначить кого-нибудь главой ополчения. Так, варф у меня хреново туча. Нужно выбрать кого-нибудь, кто бездельник. Поэтому я снова запускаю утилиту Dwarf Therapist, или как некоторые называют, Dwarf Therapist. Ну и посмотрю, кто у меня сейчас бездельник. Вот. Так, Джемсеттер. Наверное, вот так, джемсеттинг, вот 6, ну, наверное, пусть еще, он еще пригодится, кто у меня тут еще есть. Так, лысоровщик, так, старая цел. Я тут нарыл небольшую книжечку про все это дело. Книжка на английском очень полезна для подобных задач. Так что теперь я буду создавать взвод. Так, кнопочка C. Так. Contextual. Так. А, нужно выбрать того самого, и теперь нужно. Так. Видимо, через вот тоже меню на ноблей. Так. Modest Waters. Понятно. Кнопки тоже нет. А, капитан милиции. Ополчение теперь. Появилось в опции. Хорошо, выбираем следующего бездаря. У этого что тут? Так, это у меня строитель не нужен. Странд экстрактор. Давай. Так, я думаю, что вот ты вот у меня, мой дорогой Зулгар Стакутсад, ты у меня будешь капитаном. Так, Зулгар, вот. Так, ты у меня назначен капитаном. Хорошо. Все равно пока я не вижу нужной мне кнопки. Так. Милития командир Don't worry. Так. Press C to create squad. Окей. Так. Civilization World Info. А, M Military. Вот. Милития командир. Positions. Так. Так, positions, alert, equip, uniform, supplies, ammunition, schedule. А, так, create squad, metal arm, вот. Это у меня будет отряд
мужиков суровых, с суровыми молотками в металлической броне. Теперь нужно опять выбрать толпу бездарей. Так, обновлю, чтобы у меня тут изменились данные. Мне 40 крыл. Кто-нибудь из них явно должен быть бездельником. Вот, например, мамуз. Два мамуза. Окей. Меня и устроят два мамуза во взводе. Так. Два... чего? 2, 4, 6. Так. Вот. Так. Кандидаты. Вот. Кандидат. Мамус, как его там? Ищем где-то еще один мамус. Отлично. Так. О, мыловар. Сойдет. Фиш-десектор. Окей. Думаю, меня устроит так, такой расклад. Ну что ж, у нас появилось... Так, Хазбин... Ох, ты ж, у меня теперь есть мэр. Твою... Прекрасно. Ему нужен хороший офис, хорошие комнаты. Ему нужна хорошая персональная жральня. Ну что ж, я как раз снизу оставил достаточно места. Так, и раз так, то значит мы будем копать. Спальню ему, этому засранцу хочется большую. И туда еще кучу всякой хрени ему хочется, помимо прочего. Тут у него будет спальня. Вот так отведу дорогу в сторону. И вот так вот ему сделаю жральню. Я думаю, что офис ему тоже сделаю не очень широкий. Так, пусть они идут копать. Сейчас придется еще сразу. Так, это М. Нет, стоп, не. Странно, мне казалось, что он. Так, а Джей. Джей, точно. Вот Джей и М. Вернуться в мою эту менюшечку. Так, мне нужны сундуки. Silver chest. Ну, сделаю штучки 4. Пусть будет. Двери у меня были, кровати у меня вроде были. Сейчас буду смотреть, что еще этому несчастному нужно. Weapon racks. Ну, мне их нужно будет сейчас прилично. Armor stand. Мне тоже их нужно прилично. Так, соответственно, заказываем. Ага. Так. Armor stand. Интересно, мне железо хватит на них? Так, armor stand. Закажу штучек 11 сразу. Мне нужны... Так, Weapon Rack. Тоже железные будут, их будет 11. Так, потом посмотрю, есть ли у меня всякие столы и прочая глупость для этого несчастного мэра. Так, и продолжим разбираться, что нам нужно для того, чтобы организовать... Для этого взвода... Так, ну да, вот тут экипировка. Ну, это тут понятно. Ad Uniform мы взяли готовую. Переименовывать их не хочу. Я думаю, шлемы у меня были, доспехи у меня вроде какие-то тоже были изготовлены, даже с запасом. Так... Теперь нужны казармы. Вот, я нашел эту главу. Так, мы... Нужна отдельная эта фигня и поставить weapon rack. Ну, понятно, это оружейные стойки у меня там еще нету. Потому что у меня их, в принципе, еще нету.
Так. О. Построить дверь. Вот сюда вот нужна дверь. Лаймстоун. Да плевать, пусть будет лаймстоун. Мне это без разницы. Так. Копайте дальше. Копайте, Шура, копайте. Так, и теперь мне нужно... Раз тут мне нужна, типа, хорошая спальня ему. Так. Контейнеров у меня не... А, контейнеры есть, куда поставить. Так, о, есть серебряные сундуки. Отлично. Silver chests. Вот так. Окей. А там был какой-то инкрустированный даже. Сразу ставлю еще двери. Так, мне нужно построить... А, понятно, столов нету. Уговорили. Тейбл. Ну, для этого засранца можно, в принципе, и серебряные поставить, две штуки. Один в офис, один в столовку. Так, и мне нужно ему еще тоже пусть будет серебряный, просто чтобы не заморачиваться сейчас с выравниванием всяк, ну, сравнением стен и тому подобных глупостей. Так, ну вот, кажется, сундуком этого засранца обеспечили. Так, как зовут этого мэра? Абен Ингисхальдстрот. Так. Вот такая у него спальня. Ага. Вот. Все. Чтобы никто другой кровать не захватил. Сейчас посмотрим, что у него там. О! Койка у него есть, так, а кабинет нужно в койку, точнее в спальню. Ну, этот шкафчик. Так. Чератрон, как тоже у нас был кабинет, а, это F. Я думаю, каменного ему хватит, раз там все серебряное. Точнее, серебряные сундуки у него. Так. Что у меня по поводу weapon раков? Ну, точнее, оружейных стоек. Build. Так, armor stand нету. Так, где там этот несчастный weapon? Это R. Этого тоже нету. Прекрасно. Как бы не выяснилось, что у меня железа нету. Если нет железа, то я продолжу раскапывать здесь. То есть что тут у меня? Тут лимонит. Майн. Так. Сейчас. От сих и до сих. Раз тут есть железо, то его нужно выкапывать. Ну, лимонитовая руда это вполне себе железо. Так. Пусть работают мои рудокопы. А, это у меня... Ты вообще кто? А, менеджер у меня, рудокоп. Да, с тремя рудокопами процесс идет капельку лучше. Так, это что? Лимонит. Отлично. Вот и понесли. Прекрасно. Значит, сейчас... Так, у них еще боеприпасы заканчиваются, у засранцев. Производить не успеваю. Так. GMQ болт. Ну, костяные пусть используют. Закажу им сразу стошку.
А, у меня, возможно, мастерской нужной нету. Так, это мастерские у меня были повыше. Вот здесь у меня были мастерские. Так, воркшоп. Лучник. Так, где-то должен быть Бон Крейвер. Так, ну-ка, там вторая страница есть в этом деле? Или просто это... Так, не, нету. Мейсон, Батчер, Таннерс, Крафт, Дварф, Сидж. Блин. Ашери, Дайерс, Скрюпресс. Странно. Ладно, может и без этого справиться. Крафтдварфов, конечно, можно было еще одну поставить. Крафтдварфс, да. Пожалуй, я все-таки сделаю. Так. Карп, это, по-моему, R. Да, R. И поставлю вот сюда ее. Ну и все, и пошли работать. Так, пока то да сё, у меня возникла одна мысль. Я хочу переместить своих курей в более безопасное место. А именно под землю. Поскольку курям не нужно по игровой механике щипать травку, то я не вижу ни одной причины, почему я не могу разместить для них где-нибудь вот здесь вот большой курятник. Потому что я хочу, чтобы у меня кури размножались. Потому что это мясо, кости, яйца и прочее, прочее, прочее. Так что пусть работают мои дворфы. Может, заодно что-нибудь еще найдут полезного. Недоступный предмет. Что там у него за недоступный предмет из еды? Интересно, кстати, а что у меня с едой-то? Вроде должно быть полно. Крайней мере, ну, он там... Нет, что-то они жрут. Что-то они жрут. Значит, а раз что-то жрут, значит, им есть что жрать, как минимум. Грибочки там... Я рад, что у тебя амуниции нету. Мне на это как бы немножко начихать. Построю очередную дверь. И сейчас нужно дождаться, когда у меня тут уберут всякий мусор. Чтоб сюда перенести моих наседок. Так, у меня закончили делать свинцовые коробки. Это хорошо. Так, теперь мне нужно разметить территорию. Для территории это нужно использовать кнопочку I. Так, зона от сих и до сих. И ты у меня будешь N. Теперь сюда будем переносить. Так, вот, значит. Все... что у меня тут, ну, эти всех индюшек я потащу сюда. Хены, рустеры, стрейдрейк, блин, нужно будет почитать, что такое. Так, еще один хен, гвинекок, это интересно. Котята сами разберутся без меня. Так, мулы, прочие котята. Все. Можно, кстати, можно взять Г, и он будет типа чё, но... Non-grazing, выключить. Non-grazing, так, все, окей. Теперь мне нужно... построить им сюда несколько. Так, мне нужны не хайвы, мне нужны несты. А где нест? Блин, все, нашел. Нестбокс. У меня пока их 4 всего лишь. Ну,
как этот вопрос я сейчас буду решать. Nest. Ну, вот еще десяток сделаю. И теперь нужно сделать еще одну вещь. Нужно, чтобы ко мне на продуктовый склад не несли яйца, иначе у меня никто не будет размножаться. Food, milk, meat, так, eggs. Forbid. Все. Вот так, о. Молотки закончили делать. Так, как у меня с моими армор-стендами? Нету армор-стендов. А и раков, и стоек оружейных у меня тоже нет. Видимо, нужно еще железо. Ну, что делать? Значит, нужно копать. Ну, прокопаем туда. Тут какие-то еще полудрагоценные камни поделочные. Там, так, понял, чем меньше точек под камнем, тем, соответственно, менее он интересен с позиции производства. Амуниция опять заканчивается. Но это, по-моему, все время у них. Голенит, ну, это вот это вот, что ли? Да, это он. Ну, скажем так, серебро вещь, конечно, полезная, но свинец в меньшей степени полезен. Ну, здесь еще размечу, вон, пусть идут выплавлять железо. Хотя у меня почему-то мне кажется, что они что-то обленились, и железо мне сейчас никто не выплавляет. Да, вот сволочи. Add new task. Smelt limonit. Repeat. И другой смелтер. Smelt limonit. Repeat. Да блин, железа нет нифига, они тут... И они решили, что можно бездельничать, да? Что мне этот перец-то производит-то сейчас? А, он сундуками занят, понятно. О, пошли что-то делать. Уже хорошо. Угу. Так, новым юнишен. Ну, новым юнишен, значит, новым юнишен. Как бы вы надоели уже. Так. А, у меня еще деревянные делают. Сделали несколько костяных. Короче, нужно больше этих крафт-дварфов, похоже. О, мне сделали оружейную стойку. Или что-то очень похожее на нее. Так. Где там моя... Ну-ка... Да, появилась таки, ура. Ну что ж, а стойку оружейную, стойку не сделали еще, окей. Ага. Кто-то taken by mood. Блин, одержимый, это хреновая одержимость. Этого зона еще теперь найти нужно. Так, зон, что там у него, так, сейчас я на секунду поставлю на паузу, мне нужно отойти. Так, ну ладно, посмотрим, ой, блин, что там ему нужно, ну вроде как, что нужно, он похоже нашел. Так. Понятно. Все, что нужно, он нашел. Окей. Да, он начал
какую-то загадочную конструкцию. Так, а я смотрю так, окей. Так. Мне нужно организовать теперь казармы. Не понял. Вроде же на это нужно было всего лишь... Так, ладно. Ждем, пока появится weapon rack. Ну, это оружейная стойка, то бишь. Так, плавка идет вовсю. Производство всяких ништяков тоже вроде наладилось. О, кстати, так, у меня несты новые есть? Нет, новых нестов нет. Так, я думаю, нужно будет сейчас организовывать еще один Мейсон Шоп. А, блин, мне крафтвартов-то, оказывается, тут полно было. А у меня и два Мейсона, и все равно никто не хочет ничего делать. Так. Запустим нашего Дварф за Рейпист. Так. Механик. Не, механик это пригодится. Так. Кто у меня вот бездельничает? Ты вот кто? Мыловар. А, по-моему, мыловар... Так. Сейчас. Профессион. Кастомизейшн. Ладно. Так, милитари. Кто у меня сейчас тут? Тире-эквипмент. А, это просто скиллы посмотреть. Целл, атрибьютс, роллс. Животных тут тоже можно, кстати, посмотреть. Лампы, насколько я помню, овца. Угу. Так, лейборс. Вроде нужно сейчас будет посмотреть еще раз, кто у меня там из них зольдат, и отправить его на работу. Точнее, назначить, что он у меня все-таки солдат. Так. Два мамуза. Так. Сейчас посмотрим. Кто там у нас мамуз? Где, точнее, мамузы оба. Марул. Так. Еще раз. Вот, мамуз. Set никнейм. Так, как... Так, current job. Profession. Кастомиз чизмейкер. Да какой из тебя чизмейкер? Ты у меня солдат. Да, в этой тут нету опции для... Чтобы назначить его солдатом. Сволочь. Ладно, попробуем так разбираться. Значит, сейчас кто у меня еще не сильно полезен? Так, а мыловара я явно отправил сюда. Сарвиш. Так. Сарвиш, ты у меня не хочешь пойти в масоны? Стоун детейлинг. Стоун... Так, ой-ой-ой, не туда. Вот так. И коммит этого дела. Все. Поехали. Пусть тоже занимается производством всякой каменной фигни. Лаймстоун... Стоун Бэт. Замечательно. Только скилл он из-за того, что он был посест, он не получил. Даже жалко. Так, ну давайте вы перерабатывайте там весь этот лимонит. Так. Армор стенд. У меня... Этот... У меня Нобель просил армор стенд ему. Так, и теперь... Мне нужен... Как? Кровати...
Столов нету. Отлично. И стульев нету. А, ну у меня кузнец сейчас перегружен задачами. Так. Он еще и запретил торговлю этими сережками. Красавец. Так. Армор стенд есть. Так. Я думаю, мне нужен еще один кузнец. Потому что тот, что есть, уже не справляется со своими задачами. А раз так, то... Ну, значит, будем копать. Кабинет. Вот здесь у него оно будет. Тут дверь будет. Тут дверь будет. И даже тут будет дверь. Потому что я хочу, чтобы они быстро могли друг с другом коммуницировать. Так. Может, заодно тут какой-нибудь лимонита найдет еще немножко. Потому что мне похоже... Вот пост-лайсон... Типа торгаш, видимо, пришел. Ну, сейчас посмотрим, что нам могут предложить их торговцы. Мамут стал кузнецом. Прекрасно, блин. При том, что он должен быть солдатом. Так. Сейчас, что-то я куда-то убежал. Так. Эй. Ты куда тебя понесло-то? Куда-то далеко, да. Вот тут с такой навигацией немножечко проблематично. Еще мигранты. Куда же мне вас девать-то? Так, для начала. У меня несты есть новые? Есть. Отлично. Несты есть. Значит, теперь мне нужно... Так. Нужно будет сейчас, наверное, поторговать с этими ребятами. Посмотрим, что они... Так. Сейчас пусть дойдут для начала. Вот, они уже почти дошли. Опа, так. Брокер. Так. Move. Goods. Так, какие-нибудь тут сеттинги есть? Так, что мне нужно сюда? Мне нужны... Так, яйца перебьетесь. Планты, фрукты, овощи, семена не за авто. Напитки, оружие, weapon bin не. Патроны, кожа. Silk, yarn. Дерево. Можно пробовать камни им продать. Так, здесь чего тут? Ну вот так вот, всякие камушки можно попробовать им сбыть. Немножко крафтов. Все. Ждем. Пусть носят. Так. Донки. И запросим сюда торгаша. Так. Ну чего тут? Торгаш все не идет, да? Ждем, ждем. Где же эта сволочь? То все носят тут как бы. А торговать кто будет? О, все, можно начать торговать.
Так. Пигайрон, Купер. Так, это по-моему. Так, это вероятно. Дедук. Так. Так, Let's Trade. Что тут у меня хорошего теперь есть? Сам. Стоуны, железо. Нет, железа вы не дождетесь. Вот какой-нибудь там лаймстоун вполне можно сбыть. Так, сейчас Mark for Trade. Вот кучу этого булыжника я вполне могу сбыть. У меня его все равно очень много. Он не шибко дорогой, но по крайней мере еще можно очистить склады. Так, а что вы предлагаете? Puzzle Box, 100X. Да, игрушечный топор мне очень сейчас нужен. Бочка из... А, это не бочка, а телега. Чего не телега, а... ведерко. Арбалеты бронзовые. Причем модная бронзовая фигня. Железный арбалет. Так, носки. Ни хрена себе вы, блин, за носки просите. Щиты разные. Так, сумка. Нифига себе, 140, блин, за сумочку. Вот можно купить тряпок, наверное. Так, из получи мне не надо. Так, тряпки, сколько же вы тряпок-то привезли? Ну да, возьму не с запасом, можно будет одежду хоть какую-то изготовить. Ух, ни хрена себе, блин, за болты просят. Арбалетные, при том, что уходят они просто вообще жуть как. Так. Возьму, чтобы не ждать, пока произведут еще одну наковальню. Так, всякая жрачка. Рыба. Пламхилнец. Ну, пусть... Так, 5, 5, 5. Пригодится. Еда лишней не бывает. Стальные наручи, ну, их проще самому будет сделать через какое-то время, когда доберусь до правильных, до угля нормального. Поросячий сыр. Висмутовый бронзы. Стринги. Отлично. Так, теперь нужно чего-нибудь найти, чего им сбыть. Так, то что я набрал на 870 и сам предлагаю пока только на 90. Так. Забавно. Довольно дерьмовенькие камушки в больших количествах. Но, в принципе, можно их все, их целую кучу взять и сбыть просто. Потому что я оставил, чтобы он тренировался. Так. Необработанные. Во, хороший камень можно. Так, еще железные. Слитки нет. Слитки я не буду продавать вам. По крайней мере, железо самому понадобится. Так. Ничего себе. Некоторые вещи хорошо ценятся. Ну, сейчас избавлюсь от пачки не очень ценных камней. И отправлю обрабатывать новые залежи. Так, мне нужно еще
Еще где-то на на пятерочку. Ну, вот так пусть будет. Будет excess weight. И чё? Так. Так, да, я уверен. Да, он бы хотел, но не может, типа, слишком тяжело. Да, ну камни тяжелые, обычные. Значит, придется отказаться от идеи продажи булыжника. Ну, так он уже, типа, может таскать. Придется продавать камни поприличнее. Ну, вот так. И вот этот я снимаю. Все, не буду слишком дофига. Все. Угу. Так. Ну хорошо, ладно, продам тебе чуть-чуть. Все. Так. Теперь я отмечаю, что трейдер мне тут больше не нужен. И так. All trading. Все, никого мне не трейдинг, и мне больше не пендинг. Ну все, сейчас унесут. О, все, понесли обратно. Угу. Типа, мясо ему надо, видите ли. Так. Чё? Ох, нифига себе, у меня дрова кончились. Значит, так, ДТ и пойдем рубить лес. Чё? Вон тут навырастало. Вот так, все. Пошел рубить лес. Так, я сейчас хочу убедиться, что у меня таки сделали. О! Так, я хотел сделать еще здесь этот самый воркшоп. И мне нужен. По-моему, сейчас, где там у нас кузница? Metal Smith Forge. F. Need Fire Safe Anvil. Вы чё? Так, понятно. Видимо, что-то у меня не пошло с торговлей. Ну ладно. Как обычно, закажу это дело. Анвил. Один штука. Так. Арморс. Так, кстати, заодно что у. Так, что, у меня опять кого-то настроение, что ли? Я хотел посмотреть, что у меня там с производством этих оружейных стоек. Construct Iron Weapon Rack. Понятно, он даже не приступал, сволочь такая. Вот говнюк. На самом деле запись уже затянулась, поэтому на этом я буду сохраняться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Ну а мы еще вернемся. И я надеюсь, что я в ближайшее время смогу показать, что такое армия и как с ней жить. Всем спасибо, всем пока.